Всем привет! С вами Дмитрий Побединский. Рад приветствовать вас на своем канале. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Согласитесь, в мире полно вещей, которые всегда были круглыми, но потом появились их квадратные версии. Квадратные арбузы, квадратные компакт-диски, квадратные колеса, квадратные кружки, квадратные собачки и так далее, так далее, так далее. Но что, если вся наша планета станет квадратной? Ну, точнее, кубической, словно мы перенеслись в Майнкрафт. Давайте пофантазируем, что в таком случае будет с гравитацией, легко ли будет путешествовать по такой планете, и вообще, можно ли на ней жить? Давайте договоримся, что все физические законы останутся теми же. Изменится только форма планеты. Выглядеть она будет, конечно же, не так, но об этом чуть позже. Сначала поговорим о гравитации. Ох, и намучаемся мы с ней. Дело в том, что сила тяжести будет направлена перпендикулярно поверхности, ну, как мы привыкли, только лишь в центре граней. Во всех остальных местах она будет направлена под углом к поверхности. И нам будет казаться, что мы словно стоим на горе. Чем дальше мы будем от центра, тем сильнее будет уклон, и у вершины он вообще будет достигать 50 градусов. Представляете? Чтобы масса и объем нашего куба были такими же, как у шарообразной Земли, длина ребра должна быть около 10 300 километров. И если вы доберетесь из центра грани до вершины куба, вы заберетесь на гору высотой в 3770 километров. А это в 430 раз выше, чем Эверест. Как видите, каждая грань из себя будет представлять некую чашу, окруженную горами. Ну, это в плане гравитации. Визуально это будет, конечно, плоская поверхность. Поэтому вся вода будет стекать в центр граней, и на Земле будет 6 огромных круглых океанов, которые никак не соединены между собой. Согласитесь, Магеллану было бы посложнее в своей кругосветке в таком случае, да? Поверхность океанов будет выпуклой, ведь жидкость может принимать любую форму. И глубина в центре будет просто невероятной. Если взять всю гидросферу Земли, поделить на 6 частей и поместить в центр каждой грани, это будет около 300 километров. Это в 27 раз глубже, чем Марианская впадина, самое глубокое место на Земле. Диаметр океанов будет около 4000 километров. И, находясь на берегу, мы уже будем стоять на уклоне в 19 градусов. Только вообразите, на суше вы нигде не сможете стоять на ровной поверхности. Хорошо будет только Майклу Джексону, наверное. Но и это не самое страшное. По-настоящему ужасно то, что жить мы сможем только в узкой прибрежной полосе, шириной всего 16 километров. Ведь газ тоже может принимать любую форму, и атмосфера под действием гравитации разобьется на 6 отдельных частей, которые сконцентрируются над центром каждой грани. И если атмосферное давление на уровне океана будет таким же, как и сейчас у нас, около 760 миллиметров ртутного столба, то тогда на расстоянии в 16 километров от берега оно будет уже в 2 раза меньше. Это соответствует высоте около 5 километров на нашей обычной шарообразной Земле. Выше этой отметки уже никто не строит города и, по сути, не живет. Самое интересное, что все население Земли все равно поместится в этих зонах. Правда, вся площадь должна быть одним огромным городом и никаких лугов, полей и лесов. Но это будет не очень плотный город, примерно как Оренбург или Ульяновск. Ну, только с морем, конечно. Все остальные 90% поверхности планеты будут безжизненной пустыней без атмосферы, непригодной для жизни. И только вообразите, если вам захочется навестить родственников из другого города, вам придется практически выходить в космос, чтобы перебраться на другую грань. Более того, из-за длительной изоляции регионов эволюция на них может пойти совершенно иными путями. И только представьте, 6 абсолютно разных миров с разными животными, с немного другим составом атмосферы. А может быть, даже и родственники изменятся до неузнаваемости, если их долго не навещать. Конечно, это только в теории. Земля никогда не будет кубической, ведь она очень массивная, и единственная возможная форма для нее – это шар.
И пускай мы не ходим пешком в космос, мы не живем рядом с морем, и у нас не такие высоченные горы, как на кубической Земле, но пусть лучше она остается круглой. И в конце мне нужна ваша поддержка. Подпишитесь на этот канал, ведь это лучшая поддержка с вашей стороны. А те, кто уже подписался, не забывайте нажать колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых выпусках. Ставьте лайк, рекомендуйте этот канал друзьям и спасибо за просмотр.